Привет, это 21-е видео, как я делаю курсовую. Начнем ее с того, какие проблемы на сейчас существуют. Так, сейчас 22 число, конец 22 числа. В начале 26 надо будет сдавать всю курсовую. Значит, что я не умею, надо сделать. Общение агентов между разными машинами. Пока это не существует. Существует клиент-менеджер, который на одной и той же машине, он обсервит клиента, и, соответственно, он не создает клиента. Создает клиента вот этот парень. Но регистратор, он говорит, клиент-менеджер и клиент на одной и той же машине. Но так не будет. Это не microservice architecture. Это не оно. Так не должно быть. Первая задача, чтобы они были на разных машинах и могли с друг с другом общаться. Это первая задача. Вторая задача. Фактическая регистрация. У меня все еще нет кода, который бы регистрировал. Вот есть клиент-менеджер, который говорит, что вот этот парень, вот его детали, он хочет зарегистрироваться, но я никуда это не сохраняю в базу данных, а должен. То есть использование баз данных. Фактическая регистрация, точка, использование баз данных. Баз данных. Распределенных. Что тоже немаловажно. Так, третье. Какие еще проблемы у нас есть? Нет фактической регистрации. На разных машинах должны работать. Нет мониторинга еще. Нет мониторинга. В load balancer я планировал сделать мониторинг в body, вот, мониторинг system, чтобы я спрашивал машину, типа, а ты существуешь или нет, и чтобы определить, работает она или не работает. Если не работает, тогда определить, сколько надо создать новых там агентов или открыть новых машин. Нет мониторинга, а именно через период запрос на ответ машины. От машины или агента. Так, какая еще проблема есть? Существует. Создание. Ну, это такая. Это опциональная проблема. Вот тут. У меня load balancer считает, что все машины уже включены. Я только load balancer регулирую, сколько агентов будет включено на каждой машине. Но так не должно быть в реальности. Я еще должен уметь включать машины сами по себе. Но это, походу, что невозможно будет сделать, поэтому забей. Потому что надо включить машину, запустить в нее кли. А я не могу к ней достучаться через капл, если кли не запущен. Поэтому это какой-то бред. Можно откинуть, наверное. Да, откидываем. Так, пока не вижу проблем еще. Мы посмотрим на критерии еще раз. Как будет это все оцениваться? Марк скин. И примерно сейчас посчитаем, что есть. Так, дизайн, график юзер интерфейс. Я думаю, все есть, все прекрасно. Design of APIs of the services. Пока нету API для сервисов. Scalability requirements.
Ну, какое-то есть, правда, я ж могу добавить. Ну, хорошо, пока что нету, но планируется. Планируется двойка. Давай сюда тоже напишем. В смысле минус, только не понял. Планируется 2. Здесь тоже планируется 2. Какое-то IP я придумаю. Здесь планируется 2 для scalability. А где оно планируется, сейчас покажу. Вот. Define статусы и load balance system. Run new agent if possible. То есть расширяем scalability, становится больше система в зависимости от нагрузки. Это и есть scalability. Reliability тоже планируется, тоже двойка. Вот оно. Мониторинг систем. Типа там спроси, если не работает, тогда типа займись чем-то, ну, сделай другое. То есть reliability какой-то есть. Будет сервис поддерживаться. Performance requirements. А я хз. Хз. Что это такое, как с этим обращаться? Так, complexity of the selected function to implement. Наверное, самая большая. Ну, почти самая большая, это регистрация. Это почти самая сложная. Uses of appropriate implementation techniques. Я думаю, я правильно все использую. Я использую couple, трали-вали. Correctness of the implementation as demonstrated. Ну, я делаю так, как у нас на лекциях показано. Я думаю, все правильно. Quality of code. Ох, ну тут максимум. Я так хорошо его пишу. Completeness. Ну, я думаю, не до конца будет completeness. Так. Testing. Appropriateness of testing methods and techniques used. Appropriateness of testing methods. Ну, я думаю, нормас. То, что я сделал буишку, нормас же. Вот этого я не сделал, и я не знаю, что за юнит-тесты мне надо. Тестинг, integration level, тоже не знаю. Так. Ну, значит, я ожидаю 25-32 примерно из 50. То есть добавляем сюда 6, получаем 30. То, что я ожидаю. 25 сейчас, 30 ожидается. Учитывая то, что у меня здесь есть три знака вопроса, возможно, будет больше, чем 30, то есть там 32-35. То есть ожидается 25-35. Этого достаточно, чтобы пройти. Если у меня здесь 35, а что у меня по курсфорк 1? Но она у меня хорошо сделана. Но даже если мне дадут за нее 60, это 30, плюс вот это 55, ну блин, такое, хотелось бы до 70 дойти. Я надеюсь, что у меня здесь не 60, а как бы побольше, ну типа, побольше. Я очень хотел бы 70 получить. Так, у меня есть три задачи. Ну и четвертая. Так, надо сделать API. Это уже отдельная, типа. Сделать API. 5. Сделать тесты. Сделать GUI. Для юзера.
меня все-таки вот это GUI это тестовое. Не вот это. Вот это тестовое. GUI for user. Надо сделать попозже это все. Так, значит, по плану, чтобы решить мои задачи, я думаю, надо пойти дальше по практикам. Возможно, там будет то, что мне нужно. Так, сейчас я вот пошел по практике, нашел GUI и сделал GUI. Чатрум, кстати. Ну, чат-рум создает бокс. А потом что-то пока на него нажмут и будет что-то делать. Но это не то, что надо. Ну, кстати, вот эту штуку можно взять себе для юзера и GUI. Да, чтобы не тест, а юзер GUI делать. Ну да ладно. Так, ну, походу Hadoop надо будет устанавливать. Поехали. Остановим Hadoop и пойдем на седьмую неделю. Так, надо создать Hadoop кластер. Хотя оно мне надо вообще. Оно вообще мне надо. Может, она мне не надо, поэтому зачем? Так, седьмая неделя. Что у нас тут? NoSQL Database, то, что надо. Это вторая задача. Фактическая регистрация использования датабаз. То, что надо. MongoDB. Так, я не прошел презентацию по Event Programming. Что тут быренько? Так. Графика интерфейс, виджет. Cast, action, click, message box.
архитектура File System. User использует User File Requester, чтобы обмениваться с файлом, а файл находится в датабазе. Так, как читать из файла? File ends bool. Так, значит, ждем, пока мой файл не дойдет до конца файла. Если более секунды прошло, значит, проверка end файла, что-то херня. Пока файл не закончен, читаем линию. Наверное, означает читаем пока типа линия. Читаем пока типа не дошли до конца линии, что ли? Что это? Файлмайм реквайр. Если окей, тогда принтим линию. STR. Это просто проверка на end of file. Но это чат-рум, созданный на одном, на одной машине. Это не настоящий чат-рум. Это фальш. Это все неправда. Так, прошлись. Hadoop. Новый SQL. Legacy code and microservices. Ты у нас что? А ты у нас statements. Ну, я уже понял statements. Hadoop. Почему Hadoop? Давайте быренько. Open source, Java-based, distributed computing platform. Так. Намного буковок.
Ну, короче, хорошая система, чтобы ей пользовались эти ноды, кластеры. Окей, значит, делаем. Мне надо было будет с файлами общаться, поэтому пусть будет. Так. Ну, короче, может использоваться, чтобы общались, кажется. Кажется, Hadoop File System может быть использован как раз, чтобы через файлы общались друг с другом ноды. Но проблемы аксесса одновременного к одному и тому же файлу из нескольких узлов для меня загадка все еще. Минуту. Так файл. Он Hadoop использует? Если ты используешь Hadoop, тогда понятно, почему ты не заработал. Я же Hadoop-то не устанавливал сюда. Понятно, почему она и не заработала. Окей. Высокая availability. Это круто. Hadoop это то, что задает requirements. Scalability performance. Окей, я запишу себе, что вот Hadoop. Gives. Scalability. Performance. Или reliability. Limitations. Ну ладно, давайте установим Hadoop. Week 3. Это был supposed to be на week 3, а по факту week 7. Нихера себе. Нихера себе. Так. Давай вик, какой там был? Шестой. Как ходу установить-то? Create Hadoop cluster.
Project Tab. Потом Data Proc Clusters. Окей. Data Proc Clusters. Далее что? Scroll down the list of menu items and find item Data Proc. You do not have sufficient permission to view this page. Еще раз. Так, это обидно. Так, еще раз, что они сделали? Project Tab. Ну, он шмахнул на свою. Мне нужен Data Proc. Почему? О, заработало, да? О, везде у всех ошибки какие-то. Постоянно. Это же была сейчас не моя проблема, правда? Это была проблема на стороне Гугла, а не моя. Постоянно проблемы у кого-то. А страдаю я. Why bad things happen to good people? Enable create cluster. Создаем. Создаем имя кластера. Кластер Hadoop. Coursework. Так. Стандарт. Auto-scaling, enhanced flexibility. Change. Ubuntu. Так, да. Для моей машины все же. Так, далее. Что, все? Ничего там не трогаем дальше. Далее. Setup cluster. Create.
Click create button to create the cluster. Hadoop cluster will be created for you in about a minute of time. The following will be shown on your GCP window. This means your cluster is created successfully and ready to use. Manage. Дата проб я хотел бы тебя запинить и пойти к кластерам своим. Так, в смысле? Я ничего не понимаю, где мой кластер? Где вот это увидеть? Ничего не понятно. Так, ладно, что дальше? Мониторинг jobs. Где мне здесь найти кластер details? Not enabled in the project. Да ты enabled in the project. Вот же, сука. Опять какая-то хуйня. Нихера себе. У меня три кластера. Чего три? Что это? Я только один создавал. Что это? Так, минуту. Ну, грузи кластер. Redirection to data broker. Ты enabled, блять, у меня. Так, давай еще раз. Disable. If any resource were created, maybe deleted soon. Не-не-не, не подходит. Не подходит. Открывай еще раз. Допустим, я вижу вот это. Various operation in Hadoop clusters deployed by GCP. You don't need to make any changes to the settings of cluster, but you should remember where to make changes when it's needed. Click on cluster name on the window shown above. Ну, допустим. Вряд ли это то, что вы хотели. Очень и очень вряд ли.
Нет, это не оно. Товарищ, это не оно. Я должен зайти сюда. Снаты найдут. Ладно, все, надо отрубать. Делать заново, потому что не работает. Disable IP. Да, disable. Не работает. Сделаем заново. Так, проверяем, что оно не работает. Почему вы все еще существуете? Удалитесь нахер отсюда. Нахер удалитесь. Чтоб я вас больше здесь не видел. Удаляйтесь. Так, тут надо было бы зайти туда, куда надо. Кластерный мониторинг. Jobs. Instances. Operate Hadoop Distributed File System, such as to create file, copy file, так далее. Hadoop, это я уже, это потом. Сначала повторим. Все, супер, больше не существуете, да? Проверочка. Все, больше их нет. Заново. Clusters. Is not enabled on the project. Правильно. Я enable. Сейчас вы будете меня enablены. Я создам, и все будет существовать. Попробуйте только мне сказать, что не будет. Is not enabled on project. Да enabled он на project. Ты ёбнулся, что ли? Во! Вот так вот. Вот так вот. Хорошо. Только ты, наверное, deleted, не? Я вроде как тебя удалил. Да, мне кажется, я удалил. Надо создать новый. Да, конечно. Кластер Hadoop 2. Стандарт Ubuntu
Все, ничего не надо. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Это прокой пизденный будет. Так что иди нахрен. Подождать, наверное, да? Тебя можно удалить, но я удалю тебя попозже. Боже, да что ж так медленно, ну ёб твою мать. Хуеть можно, как долго, ребят. С ума сойти можно. Тут уже вот появились ходупы маленькие. Так, ладно, можно продолжить. Пока он привизионинг. Click on the cluster name on the window shown on a box screen on the window to view the cluster details will be displayed on the screen. See screen snapshot below the monitoring tab shows the usage of the cluster. You can select the type of information to be displayed by click on the. Monitoring. The jobs tab show the list of jobs currently running on the cluster. Пока нет таких. VM instances. The list of virtual machines on your cluster. From here you can click on the virtual machine to see its state. You click on SSH menu associated to the master machine to access the cluster from the workstation. Так, ну вот открыл. Че, я просто так ее открыл, что ли? Ладно, сори, закрою. Configuration tab. From here you can also click on edit button to change configuration parameters of your Hadoop. Окей. Ага. Надо удалить будет кластер после exercise.
То есть вряд ли я буду использовать Hadoop, да, или что? Я же могу просто остановить. Не? Или вы предлагаете создать потом новый? Operate Hadoop Distributed System. To operate Hadoop Distributed System, to build a machine stub. Click on the SSH menu, associated to master visual. Блять, ну только что же это сделал. Now you can type in Hadoop commands to operate Hadoop distributed system. Hadoop Distributed File System DFS Touch Text File .tht. Прикол, и где я его создал? Hadoop distributed file system DFS LS. Ага, и вот видно мой файл. Copy the contents of a local text file on your workstation. Не понял. Copy the contents of a local file on your workstation to Hadoop file using upload file facility. Web screen. Где upload the file? Upload file. Что я могу ему скинуть? Калькулятор. User type. Finished. Окей. И опять-таки, LS ничего не покажет. А, я сюда загрузил. Окей. Тогда cut. User type. Ну, круто. Я вижу, что там написано.
Кстати, гендер, а не гендерс. Hadoop Distributed File System, DFS, append to file. Тебе добавить текст, файл текст, кстати, они же разного формата, как я это сделаю? Hadoop Distributed File System, cut. Текст. Exactly the same as context. Да, так оно и есть. We must stop the cluster and delete Hadoop distributed file system. Короче, Hadoop distributed file system дает scalability, performance, reliability, но почему-то предлагают удалить его и остановить. Прекрасно. Это просто офигенно. Офигенно. Так, кластерс. Выделяем, удаляем. Ну, кстати, да, я посмотрю, как там они работали вообще. Мониторинг. Да в смысле, а то, что я загрузил. О, синяя есть. Available. Бля, да ну я же загружал. Покажите, как я загрузил. О, вот оно. CPU как использовался. Почти не использовался. Только при создании использовался сильно. Понятно. Не нужен ты мне кластер. Удаляю я тебя. Storage resources тоже удалить. Discuss how to deal with a data node failure. The context of Hadoop distributed file system high availability structure answer the following questions. Failover.
Losses that switches from the current active memory. Неинтересно, не хочу. Так. Instances. Storage. Куда там? Просто storage. Storage resources. Я куда нажал? Disks. Ну да, это дата проки. Там ничего не. Ну что, ну delete. Programming in couple. Download a bulk code from Moodle, compile them inside, deploy to workstation, create instances of the examples to test them. Так, подкрубаем машины, значит. Хотя бы вот эти. Как минимум двух машин хватит. Пока нет общения между машин, двух машин хватит. To develop your distributed file system. Слушай, что-то сложновато, я так не умею, я не знаю. Ну, они предлагают мне сделать свою систему, которая будет сохранять один файл по кусочкам на разных машинах. Как я буду через машину все передавать? Я ж не знаю, как общаться через машину. Какой-то полный бред. Какой-то полный бред. Файл-реквестер. Серьезно? Говорят, вы можете использовать файл-реквестер себе на помощь. Файл-реквестер. Вы смеетесь надо мной? Создать файл. Открыть файл. Написать в него. Написать или переписать его. Закрыть. Ну или прочитать. Переименовать. Все. Где здесь отправить файл? Так. Создает файл.
Создает файл, пишет файл, что-либо. Закрывает, открывает, я так понимаю, читает, закрывает, уничтожает. Очень круто. Открывает файл, читает построчно, пока не закончит, закрывает, уничтожает. Офигенно. Два куска дерьма. Даже время свое тратить не буду на это. Это что вообще такое? Кусок дерьма. Так, что тут написано? Использование Java языка в капле. Очень круто. Очень круто, когда не учил Java, что тебе такое рассказывали. Как классно. Как здорово. Как здорово. Зачем мне знать, как писать bin файлы? А, binary files 1 заимплизили, дата и время, и GUI. Тут три примера. Я это уже видел, эту конструкцию, я читал код. Я уже к этому готов. SQL датабазы. Самое важное, наверное. Это второй пункт. Фактическая регистрация использования датабаз. Новый SQL датабазы. Хотя и мне там и SQL датабаза подойдет. Нет. Лучше не SQL. Лучше не SQL. Внимание.
Design of NoSQL databases use cases. В случае использования different types of NoSQL databases underline how NoSQL databases achieve scalability, availability, performance, то, что не надо. Semi-structured data, various approaches. Так, сколько я записываю уже? Час. Капец, я за это время столько в хуи написал.
Я бы Berkeley хотел использовать. Потому что это key value, это самое простое. Можно граф использовать. Но это, наверное, зависит не от того, чего я хочу, а от того, что можно в Copple. Copple очень ограниченный язык. Очень ограниченный. Difference between the key value model and the document model. Это важно. Key value model. The value is opaque. Непрозрачный. Может видеть структуру.
Value. Ну, в принципе, мне документ model подходит. Я знаю, что у меня будет там находиться. Я знаю, что у меня там будет находиться стринга, там число. Просто я не уверен в опциональных дополнительных этих вот штуках. JSON and XML are commonly used as a concrete representation of aggregate data. Consistency. Logging. Right ahead logging. It is impossible for distributed data stored to simultaneously provide more than two out of the following three guarantees: consistency, availability, partial tolerance. Логично. Ну, наверное, я это буду использовать, да, у себя для датабазы, чтобы не было конфликтов.
Ну, а где старт? Докер аж в конце. Introducing to Mongo, это то, что надо. Это то, что мне надо. Why use it? Understanding data structures, то, что мне надо. Using, ну это уже возможно, возможно и нет, потому что вряд ли мне это надо будет. Using JavaScript, ну это мне уже не надо, и PHP тоже, ну не надо. Первые три чаптера, было бы хорошо первые три чаптера прочитать. Ну, прочитать я могу и один, наверное. Или попозже. Да, посмотрим, что. Как у нас тут дела стоят? То есть в презентации я прошел две презентации. Открываем, значит, тут практику. Install Mongo Database. А в конце опять удалю? Или что? Если я в конце удаляю, то нафиг мне надо. Смешной. Просто смешной. Что у меня там по счету? Двадцать девять. Было 31 вчера. Ну, учитывая то, что у меня всего несколько дней, переживу. Уж как-то переживу. Так, я хотел попробовать. Есть. Есть.
Deployed. Так. Run. Creating file successfully requested write file. Writing file successfully requested write. Writing file successful. Closing successful. Open first line, then end of file full. Second line, then end of file. File example finished. And ls. Cut. Text. Работает. Работает файл, но он запилил файл у меня на машине. Я его не обменяю с другой машиной, поэтому это так. Неплохо, но все равно не то. Не то пальто. Так, что дальше идет? MapReduce and Reactive Systems. Parallel Programming. Java? Так, какая-то херня полнейшая здесь на восьмой неделе. Просто полнейшая. А, ну я это помню. Да, как собирать данные с этих всех разных маленьких частей. Я это помню. Но вы мне покажите на копу, как хотя бы передать на другой компьютер информацию. Ты ж, сука, дед старый, тупорылый, не показал этого. И чего захочешь. Какой же ты ёбнутый дед, блядь. Service-oriented computing и актеры. Virtualization, DevOps. Твою ж мать.
Так зачем мне ранить? Я хочу открыть его саблаймом. Реквесты. Create file, set file name, create file, write. Как я к нему достучусь? File, requester и файл. Давай заглянем туда. File. Какая-то шляпа. И еще шляпа. То есть как на клауде это все сделать, не показано. File on cloud. Идиоты. Random int generator. Request service. Когда request service, тогда мы делаем что? And requests увеличиваем. Пока не вижу, как оно создается на разных компьютерах, блять. О. Вот. Использует machine list. Observe service requester. Allocate a job. Количество рабочих 5. Распределяет их по 5 машинам. По одному. Когда R захватывает, тогда allocate job по индексу. Ничего не понимаю, он же не влияет на создание. Он же ничего не создает. Он просто меняет индекс. Он не создает. Какой бред. Какой бред. Ну вот на 9-ю неделю самая большая надежда, что вот здесь вот эти вот коды, они будут работать вот эти вот на разных машинах.
Надежда. Виртуализация тут уже без кода. DevOps тут уже тоже без кода. Ну вот послушаю лекцию и на сегодня. Hello everybody, I'm a hunter. Professor of Computer Science at the Oxford University, United Kingdom. It is my pleasure to present my work on continuous debugging of microservices. It is co-authored with my colleagues, Dr. Ian Bailey and Dr. Hongbo Wang. I will present the motivation of our research, introduce the notion of continuous debugging, and propose a debugging facility that supports continuous debugging. I will outline the implementation of the debugging facility as it is implemented in an integrated DevOps environment, as well as a scriptable command. I will then report the evaluation of the visibility of the debugging facility on its overhead and performance as it is now implemented. I will conclude the presentation with a discussion of related work and future work. Our research is concerned with cloud-native applications. Such applications are required to achieve high availability, high reliability, and high efficiency in the use of computing resources. They are subject to continuous evolution too. The current best practice in the industry is to use microservices from those remote machines to the debugger's workstation. In addition to these two examples of get messages operators, step four means monitor the operation, the performance of the virtual machine. Six programs cover various and so far with different scenarios. One as strong as to use our debugging facility to debug microservices. Ну и херня, конечно. Ну и херня, конечно. Так.
Так. Закрываем, закрываем, закрываем. Значит, это все какая-то херня полнейшая. MapReduce. Прекрасно. Не используется. Прекрасно. Полная хуета. А ты что? Ну, прекрасно. Некоторую информацию мне дал про эту базу. Я не знаю, как ее использовать. У меня есть week 8 и week 9. Week 8. Тут вообще код про Java. Забыли. Вообще какая-то хуйня непонятная, неполезная. На какую тему? MapReduce. Нахуй нам не надо. Я что-то собираюсь делать где-то. Все. Последняя надежда. Week 9. Последняя надежда здесь. 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 Week 9. Так, значит, ставлю себе задачу разобрать полностью Week 9. Разобрать Week 9, так как может рассказать. Как общаться между машинами? Точка. Все. Фу, значит, моя задача. Сразу же на следующий видос разобраться полностью с этим всем кодом. Всем. На week 9. Refresh. Week 9 полностью разобрать. Моя задача. Открыл. Готов разбирать. Все. Пауза.